частном доме на 112 квартале были обнаружены тела отца и дочери со множественными ножевыми ранениями. В этом доме до последнего момента проживали пострадавшие. Тела были обнаружены младшей дочери убитого, которая пришла домой. Ничего я не слышал, никакого шума, плохого об этой семье не могу сказать. Жили мать с сыном. Сына видел на Ниссан Кашкай, разъезжал. Они недавно переехали, делали кудаи. Мы были у них дома. Полицейские в доме и на улице проводили необходимые следственные мероприятия, опрашивали соседей на предмет возможных подозреваемых и взаимоотношений между родственниками. 70-летний мужчина и его дочь 1973 года рождения занимались бизнесом. Их бутик по продаже табака и курительных принадлежностей находился по улице Паужана-Момушуле. У соседей самые благоприятные отзывы о семье погибших. Мы и сами удивились, когда увидели полицейских. Не знаем, что произошло. Они ведь недавно переехали в этот дом. Хорошая семья. А вскоре стало известно, что сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в совершении зверского двойного убийства. Как сообщили информированные источники, задержанный признался в совершении преступления.